привет! Меня зовут Олеся Селезнева. До недавнего времени я была мамой в декрете. На данный момент я бизнес-леди, преуспевающая в сфере сетевой индустрии. Кто-то скажет, что сетевой – это нестабильно, ненадежно и непрестижно, но могу рассказать про себя, что до недавнего времени я тоже так же думала, когда работала по найму и ушла в декрет. Начались времена такие нестабильности. Я очень боялась, что, выйдя из декрета, меня могут сократить, либо сократить мою заработную плату, и мне придется устраиваться на какие-то подработки, чтобы содержать достойно, да, наших детей. И все это мне казалось, ну, не такой радужной картиной. Я искала для себя новые возможности и открыла для себя мир сетевой индустрии, индустрии прямых продаж, потому что, по сути, приходилось делать то же самое, только работая на кого-то. И вот сегодня я смело могу сказать, что я приняла решение уйти с работы по найму и очень рада тому шагу, который произошел в моей жизни. И теперь я наслаждаюсь жизнью сетевика, в буквальном смысле наслаждаюсь. Что значит наслаждаюсь? Да? Для меня работа сетевика – это вовсе не работа, а это стиль и образ моей жизни. Почему? Да потому что я приобрела независимость ни от кого. Да? Я не завишу ни от начальника, ни от графика работы, ни от времени. Я могу строить бизнес абсолютно везде, с любой точки, как я делаю это сейчас. Сама я живу в городе Оренбурге, сейчас я нахожусь в Крыму. Вот так, имея перед собой ноутбук с выходом в интернет, основной наш продукт, желание и время, я путешествую с любимым мужем, двумя замечательными детьми, совмещаю приятное с полезным. И бизнес мой растет, растет мой чек, растет моя уверенность, потому что внизу стоит автомобиль, полученный месяц назад от компании, с которой я сейчас сотрудничаю, с которой развиваюсь. Поэтому на сегодня я в очень активной жизненной позиции, я в такой активной фазе построения бизнеса. И поэтому, если ты ищущий человек, если ты ищешь новые возможности, если тебе что-то не устраивает в жизни, возможно, твоя история чем-то похожа на мою, я приглашаю тебя в бизнес. Бизнес, который может сделать тебя свободней, счастливей, финансово независимой. По всем интересующим вопросам, что за компания, какой продукт, что нужно делать для того, чтобы через 6-12 месяцев иметь уже за собой определенный мешочек такой уверенности, об этом я расскажу в личном с тобой общении. Все контакты мои доступны под этим видео. Звоните, пишите, буду рада пообщаться. Мам, идем на море! Мам, идем на море! Идем на море! Пускай сюда мы пошли! Уже иду! Давай, все, идем! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.